Слониме прошел фестиваль альтернативной музыки в рамках празднования Дня молодежи. К сожалению, в нем приняли участие только три коллектива – ансамбль «Старс», рок-группа «Райцентр» и лидер коллектива «Блэк Коттон» гитарист Михаил Егормин. Оставляло желать лучшего и заполненность площадки у летней эстрады в Горпарке, где и проходил музыкальный баттл. К слову, те, кто по каким-либо причинам не пришел на фестиваль, могут пожалеть об этом. Драйва от участников и певцов, выступавших вне конкурса, было хоть отбавлено. Добавляй. Наверное, это мой рай. Разрывая букеты, так не спасая от ветра, и рассуждая на цветы. Конечно, если б не ты, я бы встречала рассветы твоей холодной планеты, которая делит мосты. Хорошо, что он не знает про такую, как я, и что в мечтах моих ванильных дышит зима, а по шагам и босоногими летели. И лёдом больше никогда из мыслей моих не уйдет, и мне не стыдно закричать о том, что это любовь, его слова на три минуты, как прошли мою кровь, я продолжаю повторять себе, что все хорошо, но понимаю, он не нужен, нужен я еще. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока. Начинаю путь. Не было Галилея, Попова, Марлея, не было Сальвадора Дали. Ни Леннона, ни Леннона, ни Карла Ливея, ни три шарафаки были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не в шахах, и сюрпризов не будет. Нашу милую мать, и треба в разных краях побывать. Зразумеешь, что ты под твоими ногами три слоны нерухомо стоят. Вел программу слонимский шоумен Максим Антонов, который провел несколько ярких и веселых конкурсов среди гостей, благо ему удалось расшевелить зрителей. Седая ночь. Седая. 10-я школа, русский язык. Запомнили, да? Седая ночь. Максим, я понял, выговаривается, я все понял. Говором все ясно. Так, идем дальше. У нас дальше песня какая? А, бумбокс в актеры. Ну, то есть тут рэп надо бомбануть. Аня, давай, держи микрофон, выходите сюда, в центр. На фестивале все получили грамоты и подарки, в их числе лидер коллектива Black Cotton Михаил Егормин, который поделился со Слоним ТВ своими творческими планами на это лето. Все начиналось с того, что я начал писать песни на уже готовые минуса. Затем я уже начал импровизировать на своей гитаре, сочинять какие-то рифы, сочинять музыку, сочинять текста. Ну, так все это начало развиваться. Затем мы начали выступать в таких мероприятиях городских, как «Быстория». 5 штук таких историй было, вот на каждой из них мы присутствовали, вот. Ну, обычные городские мероприятия, в них принимали участие. Конкурс «Альма-Матер», город Гродно, занимали финальные места. Вот такая вот история. Моя группа состоит из трех людей. Один гитарист, это я, собственно, вокалист, гитарист. Еще один человек, это мой друг Илья Валюк и Влад Юпашев, гитарист и звукорежиссер. Мы выступаем в этом коллективе уже 4 года и представляем нашу группу. Касаемо моей творческой деятельности, хочу дальше писать много музыки, особенно гитарной. Выступать как можно больше, больше и больше на больших площадках города Гродно, Гродненской области, куда угодно, куда пригласят. Вот. Развиваться в ближайшие планы.
выступать с концертами, представлять свою группу. Легендарная для Слонима группа «Райцентр» не первый год меняет свой состав. Старожилы коллектива рассказали самые яркие моменты своей карьеры и порассуждали о молодежных проблемах нашего города. Собрались сегодня с таким составом, потому что состав у нас постоянно меняется. Наш первый бас-гитарист райцентра, он сейчас находится вообще в Гомеле. У него не получилось приехать. Мы ему звонили, но так вот получилось, что не приехал. Вот. Хорошо, пришел на помощь Алексей Остапчик, который, я думаю, неплохо его заменил сегодня. Вот. Паша уже не первый раз с нами выступает. Ветеран. Ветеран в этом коллективе. Вот. Ну, еще вот Юля, это вокалистка, друзья, которая тоже присоединилась к нам, потому что до нее у нас была вокалистка Оля Грецкая. Она сейчас находится в Дубае. Тоже вот. И вот как бы так вот решили на День молодежи собраться немножко, порепетировать один раз. Ну, и вот сыграли. Не знаю. Вроде бы неплохо. Самим понравилось. Так что вот так вот. Сейчас послушаем, что скажет жюри по поводу нашего выступления. Народу вроде тоже понравилось. Нам тоже понравилось. Правда, мало людей было. Желательно вот в это время бы мероприятие делать, когда немножко люди подтянулись, а то сами видели, что мало людей было, жарко. Все на речке были, на озере. Так что, ну, я думаю, что жюри это учтет. И организаторы учтут в первую очередь. И уже больше, можно сказать, таких ошибок не сделают. Я стою у истоков этой группы, и Виталий Сахарук, который тоже вот как бы не, у него не получается постоянно с нами выступать. Вот он гитарист и вокалист. Он как бы автор и названия этой группы. Вот. Выступали на бусториях, выступали на разных конкурсах. Вот. Ну, как бы, сами видите, состав меняется. А так-то вот мы вот вдвоем, ветераны этого коллектива, собрались еще в армии, да, да, или до армии. Ну, в армии вот, ну, с Алексеем, который не смог приехать, с Герасимовичем Клёшевым, мы тоже вот служили все вместе, и там вот во время прохождения воинской службы играли в коллективе на армейском гвардии, называется. У них снимают, берут интервью, ребята, вам вручают диплом, пожалуйста, подведите на сцену. Пошли. Вот сейчас вы, да, будете купаться в лучах славы. Давайте поаплодируем, друзья. Я вижу твою улыбку, я знаю свою ошибку, но сердцу уже не важно, и я ошибаюсь дважды. Но сегодня ты со мною поиграешь любовь. Девочка своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так, ни о чем не жали, и любви просто так. Просто так. Хочется как бы добавить, что... чтобы немножко отдел культуры относился к живой музыке, в том числе к тяжелой музыке, как-то более лояльней, более как-то навстречу шли. Потому что все, что делается, все делается почти все за своими руками, своими же усилиями, стараниями. Ну, чтобы помогали, аппаратуры музыкальные, да. Давали, ну, разрешение на выступление молодым командам, там, ну, и нам, ветеранам, и чтобы была возможность... пригласить, ну, коллективы из других, да, групп. Вот, да. Сегодня должны были из двух городов, да, приехать, но что-то не получилось, что-то не срослось. Ну, причину, не знаю, нам не докладывали пока. Я понимаю, наверное, страх вообще отдела культуры, вообще всего вот этого, всей этой сферы, потому что сложились стереотипы, что если ты любишь, играешь тяжелую музыку, значит, ты наркоман, алкоголик, пьяница, там бородатый, волосатый, вообще отброс общества. А на самом деле это все не так. Мы добрые. Мы тратим для того, чтобы зимой Деда Морозами подрабатывать. Это реальная история. Мы добрые и... никому зла не желаем и не собираемся что-то портить, какие-то мероприятия своими дурными пьяными выходками. Никаких политических, да, лозунгов, вообще. Ничего. Так все что... для увеселителей этого, да, главное, для усиления нашего народа. Так что готовы идти навстречу, готовы сотрудничать. Пускай нас только зовут, а мы будем уже дарить вам эмоции, позитивчик, драйв, надрыв и все такое. Ну что, задумайтесь. А если честно, творческих планов никаких, потому что строить какие-то планы я не вижу смысла. Вот так вот, какое-то мероприятие собрались, порепетировали, сыграли. Вот, допустим, к этому мероприятию мы подготовились за сегодняшнюю ночь, и все. У нас бас-гитарист новый, вокалистка новая. Посидели сегодня ночь, порепетировали, ну вот сыграли, и все. Мы молодцы. Да, если
если будут какие-то мероприятия, подготовимся еще. Да, пускай зовут. Пускай зовут, да. Будем рады. Проведите интерактивное голосование на телевидении. Хотите ли вы, чтобы было больше рока в Слониме? Да, там соберется 1000 лайков. Все с этой, с бумагой, с подписями там или с этими лайками в Белый дом. И пускай помогают нам. А мы уже будем тоже опять-таки выступать и что-то делать, ну, стараться, чтобы народу уже больше нравится, когда все эти вот мероприятия проходят. Они не проходят они у нас. Вот. Что... Одни мы не в силах своими силами сделать. Надо, чтобы нам помогало наше руководство города. Тогда будет все очень хорошо. Я думаю, если все будет проходить на хорошем уровне, вся организация, все, аппаратура, звук, то потянутся и из других городов люди, и группы. И будет стыдно. И будет, и можно просто постоянно проводить такие мероприятия. Фестивали можно проводить. Как в других городах. Вот кажется, Пружан и город в два раза меньше Слонима. А у них на таком уровне все проходит, что завидно, что у нас такого нет. Вот и все. Закончился музыкальный драйв Fire Show, организованным слонимской командой, которая представились просто Евгений и Алексей. Ну, еще начиналось в Минске, увидел, когда учился, такое вот увлечение у людей. Очень понравилось, подошел, познакомился. День за днем, тренировки, тренировки. Начали учить, начал сам где-то учиться. Ну вот, пришел к этому потихоньку. Ну и вообще, постоянно нужно учиться и развиваться. На этом, это такая вещь, которой нельзя останавливаться вообще. Постоянно есть что-то, что можно изучить новое. Самое главное – безопасность. Самый главный нюанс – это обеспечить безопасность для зрителя. Чтобы зритель стоял подальше, актер сам знает, когда подойти к нему и сделать что-то такое, чтобы ему было очень интересно и огонь был вблизи. Хочется большего. Нужен опыт еще побольше набрать, чтобы еще не мешало бы пару человек к этому делу привлечь, чтобы было много людей, массовость, большое выступление, красивое, много огня, много всяких искр и всякой другой штуки интересной. Кто может стать фаерщиком вообще? Фаерщиком любой человек может стать. Сначала на деле стало страшно брать огонь в руки первый раз. Но до этого очень много тренируется элементов различных с тренировочным реквизитом, который вообще никакого отношения не имеет с огнем. Там в нем может быть находиться просто шарики теннисные, в которых набита фасоль и насыпан песок. Можно просто взять два носка, насыпать в них фасоль и крутить. Все в интернете можно найти вообще. Если с самого начала начинать, можно просто зайти в YouTube какой-нибудь, написать там Fire Show, уроки, и все, можно найти все, что угодно. Научиться любым элементам, любым вещам. А вообще Fire Show — это как субкультура. В Минске очень много людей, в других городах Беларуси очень много людей, которые занимаются этим просто для себя, для развлечения, для того, чтобы воссоединиться с огнем. Это большой кайф вообще держать огонь в руках и понимать, что ты вот управляешь этой стихией.